смотреть тут же на экране, и вы будете видеть все свои проколы. Ошибки и недостатки. Да, потому что времени для этого у вас не хватает. Вас кто-нибудь снимает? Да. Кто? Режиссер. И вы тут же видите свое видео. Тут же. Тут же нет. Вот. Вот это самый главный прокол, понимаете? Нужно видеть сразу видео, на свежую называется, на горячую, так сказать. Понимаете? Вот мы сейчас это и сделаем, на горячую снимем, вот ты горячую посмотрим. Понятно? Я за. А будем сегодня мы проходить статусы. Я за. Молодец. А будем сегодня проходить статусы. Что такое статус? Вот для тебя, что такое статус? Это перевоплощение. Возьмем по цифровому, да, числовому как бы, такому, градации от 1 до 10. Вот что может представлять из себя 10-й статус? Здесь может быть и злость, и радость, но она может быть в статусе. Нет. Нет. Они могут быть совершенно разные, то есть они могут меняться. Но статус при этом должен держаться, удержать в себе. Потому что ты сейчас то же самое сделаешь, что предыдущий. Ну, более тонко, да, прикольно. Но удержи, хорошо? Постарайся.